8 мая 2013 года, проездом с Нефтеюганска. Приехал. Просто заехал в Кронику, да? Дима Боцман, да. На Новосибирской трассе. Привет из Нефтеюганска. У нас там... Опа. У нас там похолоднее, чем у вас. У них там прохладнее, у них севернее, говорят. Да. Поехал, короче, Димон. Побрезговал оставаться у Корефанов в Омске. На ЖЖ тренируюсь. Поехал. Тренируюсь на ЖЖ. Вот, обратно поеду, буду региться и на ЖЖ сдавать. Круто, ты вообще круто. Да, и ЖЖ, которая 2000, ну, вторая идет. 2000 за сутки? Да, и там первая 1600 идет, по вторая 2000. Ты сразу, на допинге сидишь? Сразу вторую буду сдавать, сразу вторую. Дела. Мото ГТО. А у меня тут небольшая беда, потек сальник. Расходники, засрала, ерунда. Все вообще. Ромик забей. Обидно. Поменяй все нормально. Ага.